Итак, наступает новый 2024 год. Сколько лет мне выпадала возможность произносить эти слова, только лишь даты менялись. Недавно, читая свои старые записи, я обнаружил поздравления с 2003, 2008 годом. И действительно, каждый новый год. Очень интересное явление. Новый год, новый период. Имеет ли он какое-то значение для верующих людей? Ведь это же абсолютно не библейский праздник. То есть мы не находим в Библии подобного указания. Это, как говорят сегодня, праздник светский. Да, но и нет. Потому что все зависит от того, как ты к этому отнесешься. К примеру, сегодня очень популярна среди народа Божьего еврейская тема, то есть отношение к евреям, и доброе это само собой должно иметься в виду и разуметься, ну и как бы отношение с таким взятием примера во многих аспектах. Например, что я имею в виду? Еврейский Новый год. Вот это Новый год, говорят сегодняшние христиане, настоящий. Но ведь в Библии тоже нет никакого еврейского Нового года. И вообще, Рош Ашана, Новый год, голова года, это вавилонское творение, это пришло из Вавилона. Это светский вавилонский Новый год. В Библии есть какой праздник? Есть ли праздник Рош Ашана в Библии? Нет. Ну, а какие праздники есть в Библии? Допустим, Йом-Кипур. Праздник труб. Я к примеру говорю, да? Пурим и многие другие, хотя я вернусь, мы говорим об определенной теме. Допустим, праздник труб, после которого начинается судный день, который... Сегодня именно праздник труб сегодня называют еврейским Новым годом, так ли? Но он Новым годом не является. Я еще раз скажу, это светское определение вавилонского в вавилонском пленении, которое было взято на заметку и стало общепринятой традицией. Я одного брата поздравил. Ну, вот так вот, скажем, машинально. Он что-то мне доброе написал. Я пишу: с Рождеством и Новым годом. И тут он мне пишет ответ: и вас, брат Игорь, он уважительно ко мне относится, он мой слушатель, но я думаю, что я его чем-то насторожил и напугал. И вас, брат Игорь, я поздравляю с новым периодом вашей жизни. Ну, типа слово «Новый год» под запретом. Одну пару... Тоже такая вот еврейская тема. Как-то раз несколько лет назад поздравил с Новым годом, прямо как отрезало. Языческий праздник. Ну, послушайте. Хочу несколько мыслей сказать. Во-первых, смотря как ты к этому отнесешься. Послание к римлянам, 14 глава, 5 стих. «Иной отличает день ото дня». Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Ну, как ты понимаешь, так и определяй, если нет прямого божественного установления. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Вы слышите, да? А вот новый 2024 год откуда берет начало? От Рождества? От Рождества Христова. Послушайте, как интересно, да? И тут же я слышу вопрос: а эту дату никто не знает? У меня есть ответ. А год
рождения Иисуса Христа знают? Если год рождения знают, то при чем здесь какая-то определенная дата? Вы слышите? А вот год нужно от сотворения мира. Здравствуйте, вы дату знаете. Раввины посчитали. Что? Это они вам сказали? Даже среди них нет согласия. Это все условно, понимаете? Условно. Это настолько условно, что весьма условно. Простите за тавтологию. Так вот, почему бы, оставив в себе согласие, что есть время исчисления от начала творения мира, пусть и условное, не принять с искренностью и благоговением, что есть и определенная установленная дата, кстати, связанная с зимним солнцестоянием, между прочим, которая исчисляется от года рождения Иисуса Христа. То есть новое летоисчисление, чтобы мы помнили, сколько прошло десятков, сотен и тысяч лет от величайшего события в мире. Скажу очень значимую вещь. Скажу, может быть, спорное, но то, что скажу, что более велико, творение мира или рождение Иисуса Христа? Конечно, творение мира велико, но это как основа, заложенная Всевышним, без которой ничего не может быть. Но существование и продолжение реальности существования мира без рождения Иисуса Христа и его жертвенной смерти уже было бы невозможно. Так что более значимо? Поэтому в точности дату не знает никто, а для меня это и не так важно. Я знаю, в кого я уверовал. А вот светские же празднуют, так ты освети. В твоих же руках, в тебе право, в тебе возможность. Ты призван к тому, чтобы делать святым, освящать. Вы слышите? Вот они взяли и языческий праздник переделали на христианский манер. А я вам скажу, правильно сделали. Правильно сделали, потому что нужно что? Перенаправить. Писание об этом учит. Как раньше члены ваши направлялись ко злу, то есть были орудиями неправды. Ныне их предоставьте Богу в рабы праведности. Это духовный принцип нашей жизни. Перенаправить. Ну, в общем, я думаю, что понятно, что я хочу сказать, но все-таки я возвращаюсь к тому, что каждый поступает по собственному удостоверению ума, по удостоверению своего ума. Кто отличает, тот для Господа должен это делать. Кто не отличает, для Господа не должен отличать. Почему? А как можно, для Господа или не для Господа? Чем вообще характеризуются переходы временные? А ведь мы связаны с календарем, не правда ли? У нас есть новомесячье, начало каждого месяца. У нас есть определенные даты, в которые у нас проходят встречи, собрания. У нас есть, в конце концов, удивительнейший день, который называется понедельник. Почему он удивительным называется в моих устах? Потому что мы многое начинаем с понедельника. И люди смеются над этим. А на самом деле не смешно. Ничего смешного нет и ничего плохого в этом нет. Если что-то доброе во славу Господа начинать с каких-то
перемен в календаре, с нового определения. То есть в новом цикле ты принимаешь определенные, ты принимаешь новые решения, чтобы этот день стал днем не для плоти, не для просто лишь каких-то поеданий, приготовленных салатов, а для Господа. Вы слышите? Для Господа. Конечно, мы можем сказать, что ничего сакрального нет. Да, кто не отличает, ничего нет. Кто не празднует по светскому обычаю, он тоже для Господа это делает, естественно. Но я говорю о другом сейчас. Как можно отмечать для Бога? Каким образом? Чем является Новый год? Завершением одного этапа и начало другого, который можно что, просто пропустить мимо, правда? А при определенных обстоятельствах, при определенном понимании можно воспользоваться этим. И тогда срабатывает интересный принцип, который в Библии называется «выход и вход». Когда ты выходишь из уходящего прошлого, чтобы осознанно войти в будущее. Причем у тебя есть определенные знаки и даты. Было ли это где-то в Библии? Конечно, были новомесячья, к примеру, которые нужно было отмечать, которые нужно было замечать. То есть даже на уровне месяца нужно было сосредотачиваться на том, что наступает что-то новое. И вот выход и вход. Я прочитаю, как об этом говорится в книге Второзакония. Очень кратко, в 28 главе 1 стихом, передавая своими словами, скажу главную мысль. Если ты послушен Богу, если ты стремишься исполнять Его заповеди, то придут на тебя благословения Божие. И в 6 стихе одно из значимых благословений, которое может раскрываться и широко, и которое мы можем сузить до нашего понимания. Будешь благословен при входе твоем и благословен при выходе твоем. Или в 19 стихе сказано, что если не будешь послушен Богу, будешь проклят при входе и проклят при выходе. Вот есть такая народная пословица: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Скажете, да о чем это идет речь? Да не о застолье я сейчас говорю, а о духовных принципах. Нам нужно понять, и я сейчас это объясню, что вход и выход – это два действия, совершаемые в жизни. Все имеет начало и конец. Мы выходим через какую-то дверь из прошлого, из предыдущего положения и входим в дверь следующего этапа. От того, как ты вышел, зависит и твой вход, и наоборот. Когда человек вышел из чрева матери, определяет, как он вышел, определяет, что будет с ним в младенчестве. Когда он покидает период младенчества, зависит, как ты войдешь в детство. Из детства в отрочество, далее в юность и зрелость. То есть мы выходим, чтобы войти. И вот здесь тот же самый принцип, наша жизнь, вход и выход. И вот если мы вот в этих жизненных изменениях, которые происходят, не пользуемся тем, что нам дано, а вы знаете, что любые временные отрезки, изменения, календарные даже, они могут способствовать чему? Духовному росту. Если мы что-либо делаем, даже если мы празднуем что-либо или отмечаем, как написано, замечаем день. Делаете ли что-либо? Делайте во имя Иисуса Христа, прославляя
Бога и Отца. Мой совет очень простой. Как осветить Новый год? Прежде всего, завершить правильным выходом из старого года. Что это такое? Это действительно покаяние в том, что в этом году отдаляло нас от Бога, и благодарение искреннее за ту милость, которую Господь нам дал. Это действительно осознанное действие, вот этот выход. Мы не просто хлопаем дверью, говоря, ну ладно, прошел, и слава Богу. Мы должны будем забыть старое, простираться вперед. Но прежде чем мы забудем, мы не можем забыть, не завершив то, что нам должно завершить. Во-первых, я уже сказал, покаяться в том, в чем должно покаяться. И благодарить Бога за Его милость, что мы дожили до сего дня. А вот входим мы в Новый год для того, чтобы осветить его, должна быть хоть какая-то цель у нас сегодня новая, которую мы ставим перед собой в реальности. Что я хочу начать делать в новом году? И начинаю сразу воспроизводить и стремиться к этой цели, которую я ставлю перед собой. То есть, что меня приблизит к Богу? Что я могу сделать, чтобы приблизиться к Богу? Вы слышите, и тогда светский Новый год станет духовным, потому что он будет определенным этапом, в котором мы сможем сделать еще один шаг к Господу осознанный. Вы слышите? Перейти из одного состояния в другое, более возвышенное, духовное, но перейти, я подчеркиваю, осмысленно. Осмысленно приняв решение. Я не знаю, кто и какие для себя желания и решения имеет. Ведь сказано, что Новый год – это время желаний. Я скажу, да, может быть и так. Ведь написано, открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и желания во Христе Иисусе, Господе нашим. Может быть, сегодня для нас вот это замечательное время, когда мы будем иметь трапезу Господню, вечерю. Вечерю, в которой мы помним о великой цене, заплаченной за нас. Помни Господа Иисуса Христа, как написано. Мы завершаем и ставим точку осознанную в том, что с нами происходило. И мы входим с новыми желаниями, с новыми решениями. И я уверен, что Бог даст силу чудесным образом, потому что Он посылает вот в это время свои чудесные дары. И в завершение. Иоанна 10:9. «Я есмь дверь. Кто войдет мною, то есть кто пройдет через меня, тот спасется». Смотрите, опять вход и выход. «Войдет и выйдет, и пажить найдет». Господь, написано в псалмах, сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Осветите это время во имя Господа Иисуса Христа, завершая с прошлым, вынеся из него уроки, но поставив какую-то ясную для себя цель, пусть она будет одна. Эта цель может быть обычной. Я буду молиться в определенное время, я буду читать Слово Божие, я не буду по обыкновению своему повышать голос, в конце концов, и буду просить Бога. Это мое решение, это мое обещание, мое стремление, мое желание. Это может быть совсем не кажущееся сверхдуховным, но оно будет большим шагом к тому, чтобы вот даже светский праздник, переход из одного временного отрезка в другой, смог быть
замеченным во имя Господа Иисуса Христа, словом ли или делом, что бы мы ни делали, прославляя Бога и Отца. Да благословит Господь. Мы сейчас будем молиться, и я верю, что каждый, может быть, в своей душе примет решение к тому, чему он посвятит в новом году больше времени, чем это было раньше. Аминь.